что, всем привет, я Сав Пати Дрю, я немного приболел, поэтому будет такой голос в нос, немного буду говорить, вот, заранее извиняюсь. Ластовый подарок на аккаунте Пусть Стар, Let's Go собирать либо Гриф, либо Эдгара, но я, ребятки, буду брать Гриф, потому что Гриф, опыт для любых режимов, он вообще имбовый персонаж, один из имбовейших эпиков, а Эдгар это так, типа, не знаю, мне сам по себе по механике Эдгар не нравится, вот, его тем более все кошмарят во всех режимах. Поэтому, ребятки, let's go забирать Грифа. Помри, где? Ластовый подарок, блин, скрин. Ладно, потом сделаем сырю. После выхода ролика, так. И все, ребзи, подарочки закончились. Я выхожу, и все, ребятки, подарка больше нету. Здесь подарки коплю к Новому году. Ну что, ребят. Пауза, и я вернусь уже на 2000 кубов. Друзья, нашел всем привет, я Сава в платье, друзья, будем работать на проекте Пусть Стар, 2000 кубов, да, ребятки, сегодня недавно мне оставалось, точнее, сегодня недавно я, по-моему, косарь кубов, записал это на видос, избрал награды, и в этом ролике мы будем делать то же самое, ребзи, избирать награды уже с косаря 100 до 2000 трофеев, ребзи, да. К сожалению, забрал подарок в магазе, потому что я заходил в магаз, просто, чтобы забрать награду, ежедневный подарок в 11 часов, который у меня есть в 11 часов по МСК, и взял еще и нажал на награду. И записываю я сейчас не в своей комнате, а совершенно в другом месте, специализированном, потому что у меня ебаный сосед дрелит, стучит молотком и, блядь, мешает мне записать нормальный ролик, поэтому сори, если будут какие-то помехи на видосе, на фоне. Сори, ребят. Сейчас подключу музон. Со мной GeoGames, сори, ребят, молчит, потому что, чтобы помехи не создавать. Но если что, вам придают вам всем пламенный примет за кадром. Фух, ребзи, остается ровно две катки. Сейчас выиграем, и ровно одна катка, ребзи, останется. Let's go, let's fucking do this. Let's fucking do this, motherfucker. Ну, все, иди нахуй отсюда, Мортис. Ири, ну ты шо, а? Мортис, ты чё? Ты с кем решил потягаться со мной, что ли, а? Не учись. Так, ладно. До сих пор слушаю, как он стучит, но я не могу записать ролик в другой обстановке, что приходится так записывать. Ну, ля, вы дауны, но вы все равно проебете. Ну, что вы делаете? Я специально тянут время, блядь, чтобы я, во-первых, бомбил больше. И сосед говнюк. До этого он дрелил, а сейчас он стучит молотком, и, блин, мешает записывать ролик из этого дауна позже. Допустим, я хочу записать час, вот 12 часов по МСК. И мне из этого дауна надо терпеть, блядь, записывать 2 часа в 3. Нет, пошел он нахер, блядь. Говнюк, сейчас включу колонку, блядь. Чтобы этот пидор съебал отсюда вообще. Ладно, сейчас Гривчанского убьем. Ну, даже не убиваем, пофиг, забываем гол. И, ребяточки, одна каточка. Ну, как говорится, на говно обращать внимание не будем, так что похуй. Сначала еще события слойного нет. Это когда вам за жетоны, которые вы получаете, дают еще монеты. Поэтому, ребзи, это найсовая тема. Ну что, ровно одна каточка. Let's go, жаленчик, братанчик. Фух. Let's go. Let's fucking do this. До сих пор, ребзи. Сосед стучит, я думаю, вам слышно это, ребзи. И главное, ребзи, чтобы вы думали, это не один день так. Это, ребзи, каждый день, это everyday такая тема происходит. И, ребзи, я ничего с этим поделать не могу, приходится слушать. И меня, ребзи, это реально бесит. Но, к сожалению, записывать ролик в таких условиях, ничего поделать больше не могу. Мог, конечно, писать, выйти там в подъезд, но... руку сморозить не хочу, блядь, вы видите, с тела. Из этого пидораса. Пускай этот пидор мучается, а не я. Все, ребзи! 2000 кубков на моем проекте Пусть Стар. Let's go забирать прямо сейчас награды, ребят. Ребзи, 2 косаря трофеев. Ну что, let's go забирать награды. А ты же раньше пока что, если ты меня слышишь, то смотри в мой профиль. И смотри, как я забираю награды, какие вообще. То есть смотри, как увеличиваются бойцы. Ребят, кто не понял, если что, Жаранчик, он здесь, просто он без микрофона, чтобы было лучше слышно меня на видосе. Так, 100 голды, очки силы, 320 литров, ребятки. Ну что, let's go, и ребяточки, это 8 бит, новый боец на моем аккаунте, 8 бит, сверхредкий. Я подумал, что 8 бит лучше, чем динамайк, поэтому сменил его. Если что, ребят, я до сих пор болею, поэтому буду кашлять. Ну что, ребятки, эпический боец! Бой или пчела? Пчела, ребятки, получше, поэтому я выбираю пчелу. Так, 200 монет. 100 вот этих вот
очков силы. Еще 320 кредитов. 200 голды, 25, 100 и еще 430 кредитов, друзья. Я думаю, сегодня мы добьем 3 бойцов, потому что после эпика идет редкий, репти. Поэтому с вами добьем и пчелу, и какую-нибудь редкую еще за сегодня. И забираем еще на Brawl Pass репти кредитики. Let's go. 45. И давайте еще 45. И, друзья, новый... А, нет, не хватает 5 кредитов, ладно. И, ребяточки, новый боец Бе на нашем аккаунте с вами. Второй уже эпик, третий эпик, потому что грим был все бесплатно. И теперь редкий боец, начни разблокировку. Бычара. Ну окей, бычара будет изи собрать. Вот бычара, вот сучара. Все, репти, изи, еще один очередной боец. Восьмой, ластовый редкий. И еще один сверхредкий, репти, капец, сколько бойцов за один видос. Динамайк, Тик или Карл. Ну сменить можно будет, я пока что выберу, наверное... Ну, я понимаю то, что Карл, он получше будет, но я хочу Динамайка, потому что Динамайка мне поинтереснее для Ребзи играть, поэтому возьму пока что, выберу его. И Ребзи с вами мы сейчас соберем еще хромы кредиты, let's go, 40, соберем сейчас все хромы кредиты, прям за сегодня заберем аж 4 новых бойца, 4 новых бойца, Ребзи, это просто жесть. 4 новых бойца, ребятки, блин, на этот аккаунт прям смотришь, а глаз радуется, прям хочется на самом деле апаться. Мотивация есть. 480. Так, а больше нет хромок. А, есть 50 штук, присылать подарок, потому что и так я лоханулся, уже забрал. Ладно. Заберем тогда, что уж копить, для, потому что, сами видите, я уже заберу все подарки, потому что уж копить, я не собрался. Все уже не так целостно выглядят. Так. Ну что, репти, го забирай хроматика. Я вообще думал, кого взять, либо Гейла, либо Вальта, либо Калет, но хочу Вальта, потому что за Вальта сейчас прикольно играть. Желательно я пока других отблокировать. Надо сначала их, а потом уже будут другие бойцы. Ладно, похуй. Все, ребята, let's go. И еще один боец, ребятки, за видосик. Это Вольт. Я мог не разблокировать этих бойцов, да. Я мог, в принципе, двух новых получить и играть, потому что у меня 18 бойцов и только 2 кубков, блядь. Я как бы с этими бойцами могу вообще на изи взять и апнуть хоть 10 тысяч кубков, но... Ребята, нет времени, потому что я апаюсь еще и на основе. Ну что, ребят, все, ждите следующий видосик уже будет пожестче, потому что там будет и сверхредкий, и дальше эпический, а дальше, ребят, опа-на, ребят, а дальше там будет мифик. А, спасибо, Жиранчик. Все, ребятки, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.